Приветствую всех, спасибо, что приехали, пришли. Я знаю, что это достаточно дорого для каждого. Я думаю, что это очень красивый город. Один из самых любимых моих городов. Мне нравится, что у нас красивое место для учений. Мне не важно, какой у меня дом, какие у меня деньги. Мне нравится, что было красивое место для учения. Спасибо, Тим. И каждый, что привезли нас сюда. Три драгоценности — это была очень тяжелая вещь, тяжелые проекты. Мы хотели начать открыть центр в Нью-Йорке. Я помню, когда мы начали искать место. И это был очень плохой зимний день. Было очень холодно, очень ветрено. Это был декабрь, январь. И в те дни было очень тяжело найти место для аренды в Нью-Йорке. Это очень было такое насыщенный город и очень дорогой город. И мы проходились по городу вместе с коллегами Лора Вессон и Сан. Мы ходили. Было так холодно. И депрессивно, ничего не могли найти. Не могли найти место для аренды. В конце концов, мы пришли к месту. Это был раньше магазин одежды, очень маленький. У них 3 этажа было в этом магазине. Очень жар был сильный. Все сгорело, выгорело. Мы позвонили владельцу и говорим, мы берем. Он такой, что? Мы берем его. Сколько ты хочешь за него? Выходите. Вы не можете его использовать, но нельзя использовать. Мы говорим, мы его отремонтируем. Можешь бесплатно нам дать на несколько месяцев в аренду? У нас был ученик, который был кровельщиком, и который был... Мы действительно отремонтировали это здание 6 месяцев. Мы убрали все сгоревшие вещи, и стены, и полы. И я попросил Пэму, и она взяла комнату над этим магазином, а внизу этого магазина там бойлерная была. Там, где обогреватели, старые вот эти обогреватели, очень грязные. Там было много масла и угля. И практически городские власти пришли и закрыли это место, потому что оно было опасным. Мы все это забрали, этот весь асбест и все эти... И мы там сделали офисы. Пунзо, кстати, он еще работает на Нэнси Кэррота. Он ставил оценки за домашние работы ученикам рядом с бойлерной. Я туда тоже там прятался, я там спал на полу около него. Я не мог найти места, где бы люди дали люди, чтобы я мог отдохнуть, поэтому я тоже там, я там прятался под его столом, спал на полу. Это было мило. Это как вот началась наша организация «Три драгоценности». Это тяжело было. Недавно я был в Нью-Йорке, я проверил Yelp. Я проверял статистику по йога-центрам, и этот центр считается одним из лучших в Нью-Йорке. Потом я всегда хотел... иметь книжный магазин с детства. Я покупал Шекспира, Данте, ну, эти все красивые книги, классику. Потом мне надо было вернуться в диамантовый алмазный бизнес. Я был очень занят. 2 месяца вернулся, и все книги ушли. Их разобрали. Я спрашиваю Пэлмэл, где книги? Люди украли книги. Бездомные люди украли книги. Почему бездомные люди были там? Я пригласила их всех, чтобы они там
были в трех драгоценностях. Они все спали на диване, на креслах, на диване. Куда даже нью-йоркцы не хотят особенно заходить. Потом ветеран был такой человека. У него что-то с одной ногой было. Одна нога была. Он принес кассеты, и они смотрели фильмы о войне. Тут я захожу, а там куча бездомных. Несколько на улице продают последние книги напротив магазина. Они продают последние книги, которые я... Я такой, что ты делаешь? И она сказала, ты сказал построить общину здесь. Это община. Это просто бездомная община здесь. Позже, намного позже, я думаю, что это была чудесная вещь, то, что она тогда сделала. Вот такой она была. Она была такая популярная, там, известная. Каждая бездомная, человек здоровался с ней, говорил «Привет!» Очень смешно. В следующем магазине можно было наркотики купить. Очень опасные там люди были. Люди ходили с оружием. Она такая «Не переживай, они нормальные». Это было очень круто. Хорошо. Она единственный человек, которая сделала 2-3-летних ретрита. Единственная, которая смогла так сделать. Хорошо. Мы возвращаемся к тексту. Вы готовы? Там текст есть, да? Темными Ло Джонг, текст выделен черным шрифтом, 1000 лет. И мы посередине этого древнего текста. Лонг — это ум, Джонг — это значит практиковать. Также тут есть такое, это тоже означает очищение ума. Джанг Джон — это значит... очистить что-то, сделать чистым его, очистить его. Это значит сделать, создать такую привычку, так думать. Мы сегодня будем описывать этот путь, этот способ мышления, который надо держать внутри. И он должен быть внутри. Это как советы, которые вам передаются 1000 лет назад. Как удерживать некое состояние ума целый день? И он будет много говорить о том, много, как мы теряем это состояние ума, как удерживать в течение дня, когда день длинный, вы устали. Если вы сможете удерживать это состояние ума, это называется лоджонгом. Придерживайте мирное состояние ума в потоке целый день. Попытайтесь, постарайтесь быть в счастливом состоянии ума целый день. Это очень тяжело. Он также говорит, многие из нас думаем, что если мы можем собрать больше денег, заработать, собрать недвижимости, домов, если можем собрать больше вещей, денег и вещей, когда вы получаете деньги и места, здания, вы тогда начинаете другие проблемы получать. Вы пытаетесь увеличить количество денег. Тогда вы становитесь более, достаточно богатым. Большинство людей хочет стать еще более богатыми. И большинство таких людей концентрируется на том, как увеличить свои заработки и богатства. Потом вторая проблема возникает. Как защитить эти деньги от других людей? Намток — это очень хорошее немецкое, тибетское слово. Это осознание, реализация. Если вы забираете там одну букву, это глупые тревоги целый день. Очень интересно, как одно и то же слово имеет противоположный происход. Многие люди неправильно это переводят. Это для вас.
нам токс без S-буквы. Это глупые волнения целый день. Как заработать больше денег, больше домов? Как защитить свое имущество? Много людей предлагали мне дома. Много. Много денег. Я говорил им, нет, мне нормально, все хватит. У меня есть самый маленький дом в нашем городе, на горе. Эта дорога даже не асфальтированная. Меня спрашивают, не хочешь нормальную дорогу построить? Я говорю, это хорошая работа, это нормальная дорога. Мне не надо защищать этот дом, никто его не хочет. Я не должен переживать об этом. Он там просто. Мамтон Мамбо. Говорит, не тратьте весь ваш день, переживая о другом дополнительном доме, дополнительных вещах. Если у вас нет этих вещей, вы не должны об этом волноваться. И когда вы думаете о дарме, о заботе о бездомных людях, вот тогда у вас на это хватит время, будет возможность. Вы также, если вы теряете ваши деньги, и если вы не заботились об этом, вначале. Вы расслаблены, когда вы теряете эти деньги? Ну да. Если можете научиться жить без денег, это даже лучше, чем иметь деньги. Если можете научиться жить без большого количества денег, это не имеет значения, есть у вас деньги или нет. Это очень полезный навык. Моя жена и мы из бедных семей. Мы расслабляемся каждый раз. Мы не думаем о деньгах. Мы переживаем об этом. Это очень важная фраза. Ламбекер. Следующая строка. Ламбекер. Это очень важная фраза в «Диамантовом пути». Люди просят, научи меня в Ваджраяну, Диамантовый путь. Хотите Ваджраяну? Вот она. Секретное учение должно быть... это очень известно. Скажите, Ламкен. Ламкер. Лам, что это значит, вы уже знаете. Путь. Сингапурцы говорят па, путь. Шер — это значит что-то нести. Ламдекер сделать это своим путем. Это значит, что если вы очень хорошо делаете лоджонг, хорошие вещи с вами происходят, вы получаете много денег, например, вы можете это использовать, значит, вы знаете, как использовать, как путь свой, как вы успешно используете и помочь многим людям. А если вы не заработаете совсем денег, вы можете это тоже использовать как путь. Человек лоджонга, он очень гибкий. Если у нас есть что-то, используем это как путь. Если нет, это ничего, тоже можем использовать как путь. В секретных учениях это значит смерть. Как использовать смерть как путь, чтобы выйти на более высокий уровень? Это очень красиво. Вы изучаете каждую стадию процесса смерти, вы изучаете, что будет в вашем уме, вы учитесь, как взять этот ужасный опыт, использовать это как путь к высшим целям. Это выражение очень красивое. И, кстати, Ламрим, который мы проходим сейчас, включает секретное учение. А конец Ламрима — это Ваджраяна. Разрешено. Если вы изучаете эту книгу, в конце книги вы можете изучать секретное учение. Я думаю, что он как бы туда начинает идти в ту сторону. Тут сказано, если вы потеряете деньги или работу, или что-то еще, тогда... Лоджонг значит автоматически думать. О, как я могу это использовать? Как я могу это использовать, чтобы сделать что-то великое, хорошее? Ламдекер. Как я могу это использовать? Это отношение ламдекер. Или реального буддиста, настоящего буддиста. Это очень красивая способность, навык. Попытайтесь ее развить. Все, что с вами происходит, хорошее.
Вы не сходите с ума от этого. И если что ужасное с вами происходит, вы не тоже сходите с ума. Вы такие: «О, как я могу это использовать, чтобы развить себя?» В секретных учениях, если вы хотите практиковать секретный буддизм, вам надо говорить, что вы должны понимать, думать, что Будда вам это сказал. И вам Будда послал хорошие акции, и вы стали неожиданно богатым. «О, Будда сегодня мне послал деньги, как я могу это использовать? Что я должен использовать? Почему Будда отправил мне эти деньги? Что я, для чего их должен использовать сегодня?» Это называется хорошим знаком. И, например, наоборот, плохой знак. Вы теряете все деньги. Моя бабушка оставила мне такой чип голубой. Моя семья, родственники основали компанию Chevrolet. И когда она умерла, знаете, такой акции, самые лучшие акции, называются голубой чип, GMC. Я думаю, что в следующем году они стали банкротами. Но впервые за 100 лет, неожиданно, я взял эти бумаги и передал стокброкеру. И вы можете использовать это как туалетную бумагу. Или же можно выбросить, но ничего не стоит. В этой традиции, Ло Джонг, вы думаете, Будда отправил вам подарок. Создал обвал на бирже или наоборот, какой-то серьезный заработок на... Вы должны понять, что же за послание. Будда отправляет мне послание. Может, мне надо помочь ACI? Может быть, мне надо спасти Тима, проблему с зарплатами его персонала? Что-то в этом роде. Или вы теряете все свои деньги. Вот это должно быть. Почему Будда сделал так, что я потерял все деньги? Все таким образом. Реальный Ло Джонг, человек Ло Джонга, он такой как параноик немножко. Везде Будда. Пытается что-то мне сказать. Я встречаю таких людей. Друзья говорят: «Это леди Куку. Не говорите с ней». Может быть, нет. Может быть, там есть что-то. Будда отправил мне послание. Какое послание? Это здоровое такое сумасшествие. Это называло Джонг. У всего есть свой смысл, свое предназначение. После сегодняшнего занятия вы должны быть такие, в хорошем смысле, немножко сумасшедшими. Это значит, что все это послание для вас. Я не знаю. Вы идете в недорогой отель, туалет на бумага очень тонкая, понимаете, очень тонкая. И вы так: «Какое послание? В чем суть послания?» И тогда вы знаете, что вы уже настоящий носитель Ло Джонга. Вы не жалуетесь. В чем сознание? И такое мышление, оно очень здоровое, очень... Это тантрическое мышление, если вы хотите, Ваджраяна. Вы встречаете людей, которые кажутся раздражающими. Какое там послание? Перестаньте пройти все послания. Я устал от этого. Но они правы. Это хорошее состояние ума. Ламтекер, значит. Иде, что бы ни произошло, не происходило это послание, надо расслабиться. Подумайте, нормально. Это хорошее послание. Я вот думаю, что мне с этим сделать? Воспринимаете все как личное послание. Все. Все, что происходит. И расслабьтесь. Будда. Разбил, поломал стиральную машину, я не могу постирать. Это послание. Хорошо, это послание. Расслабьтесь и получайте удовольствие от посланий. Это настоящий Ло Джонг. Это называется скрытие джигте чоге. Джигтен
Чоге. Джигтен означает мир, обычный мир, традиционный, ежедневная жизнь, обычные люди. Ешь, какай и умирай. Джигтен. На санскрите лока. Че это дарма? Че это дарма? Но здесь это не значит дарма. Это означает качество. Это очень известный список восьми плохого отношения. Вы можете найти в раннем Лоджонге восьми стихов Лоджонга, они возникли, еще упоминаются в Нагарджуне. Я использовал здесь Нагарджуну. Я сегодня это добавил, извините. Я буду читать вам из Нагарджуны, из его версии. Это в письме королю. Два письма. Это из одного из этих писем. Вот восемь мыслей, отношений. Начинается с это мастер мира, и он относится, он имеет в виду короля. Это немножко как обида. Мастер мира. Это значит, что ты ничего не знаешь о дарме. Потому что ты знаешь о политике, об экономике, но у тебя есть деньги. А, вы теряешь деньги, money. Если ты слишком переживаешь, если ты слишком волнуешься, когда получаешь много денег, это не. Если ты расстраиваешься, когда теряешь money, это money. Не money. Это две пары, и они идут вместе. Это обычно тоже сознание. Такое сознание, которое слишком радуется деньгам или слишком расстраивается от потери денег. Мы еще называем это, кажется, восемь сенсорных мыслей. О, я такой богатый, классно, что мне столько денег. О, я такой грустный, я потерял все эти деньги. Это одно и то же состояние сознания. Обычное и есть глубокое состояние сознания. Обычное очень счастливо и очень расстроен, когда теряешь деньги. Но это единственное одинаковое состояние сознания. И мы пытаемся этого не делать. Он говорит «гоньон» на начале. Что это значит? Нулевой уровень. Будьте нейтральны. Не слишком радуйтесь и не слишком расстраивайтесь. Не впадайте в депрессию, когда вы теряете. Вот ты получил много денег. О, хорошо, я передам благотворительность Тиму. Он терял деньги. О, хорошо, я попрошу Тима, чтобы он одолжил деньги. Все нормально. Я дам, поэтому у него и нет денег. Вещи все хорошо. Вы в хорошем отеле. 75-й этаж. Ого. Они на прошлой неделе меня туда поселили. Там как в раю. Я думал, что я продам свой дом и там перееду жить. Я в этой люксовой комнате. Мне кажется, что это самый лучший отель. Я провел много лет в отеле. Это самый лучший. Спасибо, кстати, за то, что вы меня разместили там. И у нас были прекраснейшие занятия в самом лучшем отеле. Это хорошо, это достойно того. Ага. Это все идет не так. Например, надо спать на полу в аэропорту. Не имеет значения. Они отменили вылеты, и придется спать на полу. Поэтому у вас такое мягкое... Надо мягкое
сумки, потому что иногда приходится спать на этих сумках, на чемоданах. Вот я вам даю рекомендацию. Не слишком радуйтесь, когда вы очень красивом месте, и не очень расстраивайтесь, впадайте в депрессию, когда у вас ужасное место. Кто-то вас в какой-то момент Мандарин, ориентальный отель Мандарин. Просто расслабьтесь. Что бы ни произошло, расслабьтесь. И это богатство. Человек, который может расслабиться, независимо от того, что происходит вокруг него, они богаты, они имеют достаток. Есть деньги, нет денег, хорошее место, плохое место. Их сознание, мы говорим «конья», поток сознания не такой, что его нельзя взволновать, возмутить, невозмутим. И никто не может этого забрать от вас. Вы это владеете этим до конца своей жизни. Ниндами. Вы известны, или никто о вас ничего не слышал. Вы очень известны, или никто о вас не слышал. Не очень радуйтесь. Ваше, например, ваше сообщение в Инстаграме, 10 миллионов людей лайкнули, и потом все тролли написали о вас много плохих вещей онлайн. В один день вы просыпаетесь, вы известны полчаса. В другой день вы полчаса или за два часа демон. И так вы смотрите на это, и хорошо, все нормально. Не слишком переживайте об этом. Энди Уорхол сказал, каждый будет известен 10 минут в своей жизни. Не очень вовлекайтесь в это. Как только вы становитесь популярным, вы сразу становитесь тоже непопулярным. Не очень захватывайтесь этой. О, все говорят, что я великий учитель. На следующий день каждый скажет вам, что вы глупы. Реальные великие учителя. Я хороший учитель, да? Вы глупый, да. Хорошо, я глупый. И вы чувствуете счастливым себя все время. Люди восхищаются вами, или люди критикуют вас. У нас было, мы были в Сейджи в машине 2 дня назад, когда мы ехали из Осаки с аэропорта. Я шла. Мы потеряли большого спонсора. Я такой, а хорошо. И потом он, через полчаса он говорит, кажется, что спонсор возвращается. Я такой, хорошо. Когда мы доехали до отеля, нет, они точно ушли. Я такой, хорошо. Я ушел. Знаете, мое сознание не прыгало вот так вот. Мы выживем. Мы, все нормально. Что-то другое возникнет, произойдет. Это третья пара. Известным становитесь или неизвестными, реагируйте нейтрально на это, спокойно. Это не значит, что если вы делаете что-то неправильное, что вам не надо чувствовать. Если вы делаете что-то неправильное, вы должны чувствовать себя плохо. Но если нет, и каждый говорит вам, что вы делаете что-то не так, вы можете в этот момент расслабиться. Или, например, люди хвалят вас. О, ты такой умный. Или говорят, что ты такой глупый. Вы такой, все нормально. Я знаю, что я гений. Вы просто не поняли еще этого. Я шучу. Это так. Поверьте. Много раз меня люди критиковали. В конце концов, не имеет значения. Вы есть тот, кто вы есть. Будьте хорошим человеком внутри. Не переживайте, что другие люди говорят. Будьте известны перед самим собой, для себя самого. И не думайте слишком много о других. Жизнь очень короткая. Если вы не думаете о том, что люди думают, говорят, и не думаете о деньгах, не переживайте об этом. Вы сохраняете столько времени, и вы тогда можете, у вас есть возможность вашему уму читать великие книги, читать всю базу данных Джона Брэди,
Если вы не переживаете о том, что другие люди говорят о вас, отпустите это, у вас нет места для этого. Радоваться, вы становитесь известным и думать об этом все время, или кто-то критикует вас, и вы думаете все время, в это время не можете использовать, чтобы изучать мудрости. Вы не можете изучать мудрость, ваш ум занят. Мыслительный процесс занят. Я работал очень тяжело всю свою жизнь, чтобы убрать, освободить это время. Мне люди говорят, о, вы такой великий, прекрасный, я, хорошо, ты глупый. Я говорю, хорошо, давайте я лучше почитаю что-то из мудрости, изучений. Просто не переживайте об этом. Фокусируйтесь на мудрости, на усовершенствовании себя. И потом вся ваша жизнь будет радостной. Мой день весь радостный. 99%. Моя жизнь просто прекрасна. Я не переживаю, вещи идут хорошо или плохо. Я просто получаю удовольствие. И это лоджонг. Я должен был дать вам возможность быть богатым, чтобы вы были счастливы. Да? Иван? Мы должны смотреть на картинки. У кого есть деньги, милый, я буду платить. У нас есть. Когда я получаю какие-то деньги, мне надо от них избавиться быстро. У нас сегодня должно было быть соревнование по идимам. Должны угадывать. Тим, можешь подойти сюда, сесть рядом со мной, помочь мне? Раздавать деньги — это весело. Есть два человека, которых не могу вынести. Макс Ву в Тайване и в Аризоне. Уорд Смит. Они забирают все мои деньги. Всегда дают правильные ответы на вопросы. Уорд, у него новый младенец родился недавно. У него есть трое дочек и жена. Четверо женщин. Девочек в семье, можно сказать. Я не знаю. Я чувствую, что я плачу за стипендию в колледже. Кто будет показывать картинки? Я дам картинки. Поднимайте руку, Тим. $100 за картинку. Вы знаете традицию? Если вы неправильный ответ даете, вы нам платите $100. Я шучу, я пошутил. Готовность к смерти, сложно услышать было. Спасибо, правильно, там прощается. Или принимаем прибежище в трех драгоценностях, или бодхичитта. Помните о дарме, когда вы умираете. Это самый худший момент вашей жизни, я гарантирую вам. Самый худший момент вашей жизни. Очень тяжело помнить то, что, чему вы учились. Надо практиковаться. Мой учитель говорил, практикуй, когда засыпаешь. Каждую ночь практикуй умирать. Можешь ли ты помолиться за всех людей, когда засыпаешь? Когда ты будешь засыпать, умирая, тогда это вспомнится. Это значение этой картинки. $100. Это картинка. Угу.
Так, на языке, который я пока что не понимаю, но мы можем по картинке догадаться, о чем это. Мистер Бин, переведите, пожалуйста. Карма приведет вас в рай Будды. Вместо чего? Места нижних миров. Да. Это значит, если вы молитесь, будете проситься попасть в нижние миры, чтобы помочь там людям, они вас поднимут вверх. Эта молитва вас поднимет вверх. Вы окажетесь на берегу с самой красивой девушкой. Следующее. Спасибо, Гешала. Можете пока сами отвечать, пока мы не знаем, что она говорит. Мы еще не выучили с вами язык, но засеваем семена. Это очень хорошая финансовая идея. Гешала, я переведу. Вика сказала, что есть кто-то, кто прыгал в реку и пытался спасти другого человека. Это действие, это желание. Возникла радуга, которая поразила этого человека и отправила его в рай Будды сразу, напрямую. Да, это правильно. Это был лодка была слишком тяжелая, слишком много было людей, и один человек прыгнул в воду, чтобы спасти остальных. Следующее. Это немножко непослушный. Это про... Не думайте про фарт-фарт, про пук-пук. Вы, когда вы делаете йогу, вы делаете отрыжку. Okay. Когда делаете йогу, у вас может быть отрыжка, или вы пукаете. Это нормально. Я не говорю, что я за каждый пук вам дам $100. Но в чем был контекст этой истории? Когда мы умираем, некоторые люди думают, что мы можем сказать какое-то фарт-фарт, пук-пук, или какое-то секретное слово, или какую-то странную песню спеть, мы тогда пойдем в высшие миры, в лучшие миры. Это не совсем правильно. Хорошо, принял такой ответ. Это значит, что когда вы умираете, ваше тело будет делать странные звуки. Это ничего, нет ничего там особенного. Это просто прана, которая передвигается. Ну, как вы съели, например, съели горох. Или фасоль, простите. Реальная вещь, то, что происходит в вашем уме. Вы умираете с любовью или нет? Это не какая-то магическая вещь или какая-то судьба. Это любовь. Следующая картинка, Идима. Это дверь, чтобы закрыть дверь к нижним мирам, к нижним сферам. И перерождение в нижним мирам, в нижних мирах. Имейте понимание истории ручки, когда вы умираете. Это более важно, чем какая-то тантрическая практика, махамудра и еще чего-то. Имейте бодхичитту в момент смерти. Я хочу тебе что-то сказать. У тебя две части имени, Додо. Иногда мы даем $200 за один ответ. Спасибо. Получил $200 за ответ. Я становлюсь богатым. Не слишком радуйся, помнишь? Хорошо. Следующая, Идима, картинка.
time list. Mm. 这里是说到底终究的分割线是什么，然后我们的所有的业力都来到一个简单的分配。说所有的河流都会进入同一个大海，所有的佛陀给的教导都会进入同一个大海，能否停止照顾自己优先的这个坏习惯。Переведите, это про все реки, они впадают в один океан, и каждый человек пойдет в том же направлении рая Будды. Это разделяющая линия между обычной смертью и особенной смертью. Могу ли я помочь всем этим людям? Я думаю... Я даю тебе $100 за то, что ты делала хорошие заметки. Спасибо. Спасибо. Еще одна картинка. Если ты настоящий буддист, то ты всегда в хорошем настроении, всегда улыбаешься. If you are real Buddhist, then you're always in a good mood and always smiling. $100. А я даже не знаю, куда я переводила, на какой язык. Извините, что я на английский перевела. Они говорят, есть чудеса. Можете идти по воде, можете лететь в небе, летать. Но даже птицы это делают. Просто любовь к другим людям. Вот что. Это реальное чудо. Хорошо. Я люблю этот звук. Давайте перейдем к... это дерево. Помните? Персиковое дерево. Я не помню, о чем это была история. Это значит... Вы хотите то, что хорошо для вас. Хотите впечатлить себя. Надо выбрать двух судей. Всего лишь два суда, которые не противоречивы. Вы не зависите от мнения других людей. Вы сами себя судите. Вы самый строгий судья для себя. А что там было про манго? Хороший-хороший, плохой-плохой. Плохой-хороший-хороший-плохой. Это очень тяжело сказать. Нужно с одинаковым подходом быть к другим людям. Я даю $100 за этот ответ. А последняя картинка очень легкая, слишком легкая. Я не могу за это вроде. Спасибо. В следующий раз мы будем делать онлайн. Как заработать деньги онлайн? Должны настроить систему. Помнишь, я был в отеле Окоро? Один джентльмен подошел ко мне и сказал, «Эй, ты должен мне $500». Я такой, «Что? Ты приехал 3 года назад в Токио, и ты сделал ставку со мной, я выиграл деньги, ты никогда не заплатил. Эй, ты должен сам собрать свои деньги». Было смешно. Я дал им деньги, ему деньги, кстати. Гоньомбаче. У нас было 8 сенсорных мыслей, мы еще называем. Ты думаешь, правильно так сказать? Первое слово «йенг», те, которые текстом «Y-E-N-G». «Йенг» означает «отвлеченный». Чистый, вы к этому привыкли. Тукнам, если вы можете это сделать. Если вы можете удерживать эту практику, даже когда вас отвлекают чем-то другим, тогда у вас будет настоящий лоджонг. Он дает пример. Если вы не очень хорошо ездите на лошади,
Если вы сфокусированы на лошади, и лошадь начинает прыгать, вы не упадете. Но если вы отвлекаетесь на что-то другое, и лошадь брыкнет, вы упадете. Если вы не очень хороший наездник, в чем суть? Да. Если ваш лоджонг развит хорошо, если вы делаете его постоянно, каждый раз, каждый вам дает деньги, вы такие, да, хорошо. Каждый раз вы теряете деньги, вы такие, да, нормально. Может быть, я окей. Как фраза получилась. Как вы знаете, что у вас все хорошо с лоджонгом? Вы его хорошо практикуете? То есть, когда вы устали или когда вы заняты, вы все еще удерживаете это сознание. Когда уставшие, много всего происходит с вами, очень заняты. И вы теряете деньги, вы такие, хорошо. Получаете деньги, да. Вы не выпадаете с ваших лоджонгов. Это природно полностью. Есть такие люди. Я из Аризоны, я вырос в Аризоне. Мы должны быть все как ковбои. У меня даже сорочка есть ковбойская. Когда я пошел учиться в Принстон, очень красивая девушка сказала, «Ты из Аризоны?» Я говорю, «Да». «Можешь ездить на лошадях?» «Да». «Хочешь поехать на лошадях со мной?» «Да». Я, может быть, один раз ездил на лошади. Очень старый, уставший конь или лошадь. Мы поехали на лошади, и мою лошадь понесло. И я такой пытаюсь удержать, и он остановился. И я упал, затормозил. Она спросила, ты уверен, что ты знаешь, как ездить на лошади? Он говорит, на самом деле я никогда не разу. Она не хотела со мной идти на свидание после этого. Но есть люди такие природные на лошади, и это просто природно и красиво. Их лошади, лоджонга, они натуральные, природные. Они никогда не падают с этих лошадей. Если человек, который пытается изучить лоджонг, но они не сделали лоджонг, этот человек не знает, как ехать на лошади. А что это за дикая лошадь в этом примере? Это когда кто-то вам что-то говорит плохое, ты глупый, ты выглядишь плохо, ужасно. Твоя мама не научила тебя почистить зубы? И вы такой, сразу что? И это значит, что вот брыкнула лошадь. А вы выпадете или нет? Вы начинаете, вы такой, подожди. У меня внутри лоджонг, я человек лоджонг. Когда это становится природно, вам говорят, что вас самолет отменили. Недавно у нас была CG тренинг. Я привык летать в бизнес-классе, потому что я могу спать и работать. Мы платим дополнительные деньги, и я летаю. Я перевел много книг в бизнес-классе. На этом самолете человек сказал, вы работали все время, пока люди спали. Это невероятно. Мы сели в самолеты. Сказали, что надо будет в эконом-классе сидеть. Я такой, что? У нас нет места, отменены места в бизнес-классе. Я такой, хорошо. Помнишь этого человека? Он сидел между нами, он был такой полный. Так вот сидели. Пытался печатать что-то вот таким образом. Я ставлю компьютер, и он такой расселся. Я вот так сижу. У меня опыт 19 лет в Нью-Йорке. Я знаю, как так писать. Я буду так делать. Хорошо. Стюардесса подошла ко мне пару недель назад, когда мы возвращались с Перу. Стюардесса, вы мистер Роуч? О, Global Service. Это секретный бизнес-класс в объединенных авиалиниях.
вы не можете податься туда. Совет директоров секретно голосует, и они пишут вам письмо и говорят, что вы в этом... И вас тогда к вам относятся как к ламе. Это единственное место, где ко мне относятся как к ламе. Он такой: «Мистер Роуч, так хорошо вас видеть. Что-то вам надо, может быть?» «Хорошо, я хочу кофе, да». «Хорошо», она сказала. «Мы нашли для вас бизнес-класс». «И сколько хорошо?» «Я потерял бизнес-класс в 3 часа. В 3:10 я получил бизнес-класс. Вернул. Немножко дольше. Хорошо, немножко дольше». Все на ровном надо, нейтрально. Знак человека, у которого есть не идеальный лоджонг, это когда кто-то обижает этого человека. «Я не глупый». Лоджонг, 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 лоджонг. И вы такой: «Хорошо, хорошо, хорошо». Вы не помните сразу. Это значит, что у вас еще нет лоджонга. Вы глупый. Лоджон, 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 лоджон. Я глупый, да. Это значит, что вы практически выпали из лошади. И вы еще не эксперт. Реальный человек с лоджонгом, вы глупый, да. Никакого нет вот этого временного зазора. Вы сразу реагируете нормально. Вы такой красивый, да. Хорошо. Если вы... Вы можете отсрочить свою злость. Человек, который хорошо практикует лоджонг, даже если отвлекается на что-то другое, что-то происходит. Например, самолет начинает проходить турбулентность, и ваш лоджонг очень сильный. Не имеет значения, это вас, на вас не влияет. Даже если другой человек вас хочет ударить, может ударить. И вы такой: «Хорошо». Бум, хорошо. Что Иисус сказал? Он сказал очень крутые вещи. Кто-то вас ударил в одну щеку. Подставьте следующую. Хочешь вторую щеку? Это реальный лоджонг. И вас ударило, и вы такие: «Хочешь еще одну щеку?» Если они украли ваши плащи, вспомните, не забудьте спросить у них, нужен ли им ваш свитер. Это лоджонг. $100. Это лоджонг С. $100. Близко. Это Гибсон? Тема. $100. Не услышала, что он сказал. Красивый парень Тайджон. Правильный взгляд. Тайджон, Файджон. Правильный взгляд. Тут кто-то написал в чате. Но, может, Гишла повторит. Сейчас будем отвечать на вопросы. Время уже пришло. Какой план? Мы завершили на теме с лошадью. И С. У вас есть лоджонг. Если кто-то вас ударил, а вы такой спокойно на это реагируете, говорите: «Окей». Вот это тяжелее, чем если вам скажут, что вы глупый. Большинство людей могут быть, многие могут быть терпеливыми, когда вам говорят, что вы глупый, но если физически что-то происходит, практически каждый становится злым. Даже, знаете, в метро. Итак, вопросы? No question.
Нет вопросов? Есть вопросы от... Спасибо, что приехал. За столько лет, что ты приехал. Спасибо. Я очень рад, тронут. У меня вопрос. Я помню, вы говорили, что медитация очень важна. Стоит этих идим. Я прошел все ламримы, которые вы преподавали, и я пытался их применить все. Три главных пути. Нижнего возможностей, средних возможностей и высших возможностей. У меня вопрос есть. Потому что вы нас учили когда-то, нам надо завершить все 100 идим до того, как мы сможем получить секретное учение. Какой стандарт? Для тех, у которых нижние способности или меньшие способности, какой стандарт, чтобы пройти одну идиму медитации? Немножко не уверена, точно ли я поняла. В самом начале этой книги они обсуждают, как по-разному можно ее преподавать. Это разные виды стилей, разные стили обучения. Нямти — это есть способ, как преподать лоджонг, эту книгу, когда вы ее изучаете во время ретрита. Каждый раз они переходят к новой идее, Прекращаете занятие, каждый идет в ретритную кабинку и там медитирует на эту идею, пока они не получат внутреннего ощущения. Пока они, ну, достигнут, например, ладжонга, они не возвращаются назад на занятие. Я думаю, я подозреваю, что лама, когда ученики приходят на занятие, они говорили вот это плохое слово на F, и ученик такой: у тебя нету ладжонга. Я подозреваю, что учитель говорил плохое слово, обзывал студента. Студент обижался, и он говорил: иди еще в ретритную кабинку и работай над своим ладжонгом. И способ, как преподавать эту книгу. Мы дошли до этого момента за 13 лет без нямджи. Я думаю, что это нам займет 130 лет, чтобы мы с нямджи преподавали, учили ламрим. Я бы сказал, что в ламриме, в общем, если ваша медитация не оставаться в нижних мирах, в сферах, это мотивация новичка. Второй уровень мотивации: я не хочу возвращаться в этот жизнь, не хочу возвращаться в любое страдание, я не хочу возвращаться в колесо жизни. Это средняя мотивация. Я бы хотел помочь всем людям избавиться от страданий, избежать страданий. Это уже высшая мотивация, бодхичитта. В общем, это классические три уровня в ламриме. Но в лоджонге немножко по-другому. Как природно, как насколько настоящая ваша эта реакция, насколько вы хороши в ваших реакциях лоджонг. Она автоматическая у вас уже, и это определяет, какой у вас уровень. Как вы так природно, как автоматически вы реагируете на кого-то, кто вам делает больно? Сколько вам надо времени, чтобы вспомнили, что вы буддисты? Иногда надо вспомнить за 2 недели. Это займет 2 недели. Я не должен так думать. Я же буддист. Это в лоджонге. Это время. Сколько времени вам нужно, чтобы вспомнить, что вы буддист? Я сказал, что если вы завершите 100 вот этих идим, я буду преподавать диамантовый путь. Я когда такой говорил. Посмотрим.
Я все еще проверяю. Но вы близко. Вы близко. Очень много хороших учителей Диамантового пути, Джон Брэди, другие делают чудесную работу. Гелсе Сонам преподавала. Много учителей, которые преподают. Соединитесь с кем-то, кто подходит вам. Знаете известную историю моей жены? Мы пошли покупать джинсы. Если вы, ей, кто-то ей скажет, что я рассказала эту историю, я вас убью. Я не буду человеком с лоджонгом. Мы пошли в магазин покупать брюки, джинсы. И эти, знаете, женские магазины, они крутые. Негде мужчине сесть, надо стоять. Нету стульев. Надо стоять, пока леди там, знаете, пробует. Она попробовала 42 пары брюк. Угадайте, сколько она купила? Ноль. Поэтому учитель Диамантового пути должен вам подходить, как хорошая пара штанов, брюк. Попробуйте 42 учителя. Нужно взять свое время. Проверьте, какой учитель вам подходит больше всего. И даже Майкл не всем подходит. Некоторые люди говорят, да, он ненормальный. Он слишком смешной. Он недостаточно смешной. Недостаточно волос у него. Найдите того, кто вам подойдет. Это не обязательно, что надо иметь меня, брать меня как учителя. Найдите человека, который вам подходит. И это самое лучшее подход для каждого. Это неудобно носить брюки, которые слишком маленькие. Ник Лашау, он приезжает завтра. Я очень рад. Он поехал в Португалию, где шла. Есть особый демон в Португалии. Демон, да. Особенный демон. Вау, какой демон. Он сказал, ночью, когда ты спишь, они идут в вашу одежду и делают ваши штаны меньшими. На следующий день ты пробуешь свои штаны, особенно после ковида, и становится все меньше и меньше. Этот демон преследует меня. Демон преследует меня. Да, я думаю, что он тоже ко мне в дом приходил. Другие вопросы? 3 минуты. Может, еще один вопрос. Спасибо. Можно назвать сенсей? Можешь меня назвать всем, чем угодно, кроме... Я живу в Японии. Плохо слышно ее. О, теперь хорошо. Как бы вы помогли человеку, чей родственник погиб во время войны, террора недавно? Я чувствую, что мир становится таким, в которых будет больше будет обычным делом война. Может быть, в Японии люди еще этого не чувствуют, не связаны с тем, что происходит в нашем мире, потому что я родилась в Украине, потом я переехала в Израиль, теперь я чувствую это очень близко для себя. Я хочу вернуться в Израиль и в Украину, я хочу помочь людям, чтобы они жили вместе, там, тем людям, там, где были жестоко убиты люди. Мне интересно, как даже говорить с такими людьми, которые через столько всего перешли, прожили столько всего. У нас в Ирпене были много программ, мы проводили. Очень красивый город. Очень похож на Флэкстон. И он был атакован очень серьезно, очень много семей, детей, женщин были убиты. И есть видео, которое можно посмотреть. Это ужасное видео. Как можно... Что вы сделаете? У нас
У нас была Виктория и Виталий, где вы? Они помогли нам очень сильно. Моя жена и я, и Джон Брэди, и Кони, мы хотели пригласить украинцев приехать пожить у нас, чтобы мы позаботились о них. И тарангулы нам очень сильно помогли. Это интересно. Они не выбрали себя для помощи, они выбрали других людей. Мы пригласили людей, две семьи. Только жена могла приехать, потому что муж и сын должны воевать. Они приехали, и у нас две прекрасные дамы из Украины, Татьяна и Ирина. Мы, знаете, я и моя жена, и мои друзья, особенные люди Винрока, мы говорим об этом. Как мы можем позаботиться о них? Мы, конечно, должны купить вещи им. Роб помогал мне. Выбрал для них квартиру. Выбрали лучшую. Потом это старая квартира Скотта. Мы такой, подождите, это не может быть такое. Мы арендуем его, он очень красивая. Мы туда их поселили. И у нас друг купил им новую машину, новый автомобиль. Очень красивая машина. Они не умеют водить. У них нет. Ирина может водить, но у них нету прав. Татьяна, у нее нет много опыта. У них есть теперь права, наконец-то. Ирина, Татьяна еще работает над своими правами. У них очень красивая машина, красивый гараж. Дали им работу. Они делают соки для кафе и зарабатывают деньги хорошие. Мы платим больше им, приплачиваем им. Потом моя жена и я, мы все время говорим о них. Как мы можем помочь? Потому что мы замечаем, что они все еще травматизированы. У них красивая машина. Всю американскую мечту, она у них сбылась вся. Красивая квартира, автомобиль, все. Роб и Роза создали для них красивую квартиру, но все еще они травматизированы, и они в депрессию впадают, у них все еще много эмоций. Я спросил мою жену, какую дарму я должен им преподать? Может быть, просто обнять их? Что? Я такой, что? Вчера был день рождения у Ирины, Татьяны. Вчера был день рождения. Моя жена. Самое важное, она сказала, моя жена, Гешела. Она называет меня Майк. Но если она хочет быть саркастичной, она обращается ко мне, Гешела. Может быть, им не нужна философия сейчас. Может быть, им нужно много объятий. Ну и относиться к ним с любовью. Она им делала ужин. Они приехали с двумя друзьями из России. Ольга и вторая, кто там была. В любом случае. Двое русских, двое украинцев. Они сделали елку, убрали, украсили. А, они с Кадрин были. Я думаю, что... Мой учитель что мне сказал? Иногда... Не философия им нужна. Им нужно объятие или торт. Извините, пожалуйста. Как буддист, вы должны быть очень чувствительны. Травма людей в Израиле, в Израиле, в Украине, в Палестине. Что эти люди, им нужны объятия и внимание, личное внимание. Знаете, такого поддержки и прикасаний — это хорошая, это самая лучшая дарма в тот момент, когда люди травматизированы. Я думаю, что разговаривать о философии — не очень правильное время. В моей жизни
то я думаю, что сейчас это не самое правильное время. В это время людям нужно просто объятие. И они хотят, чтобы мы с ними провели время. Они хотят, чтобы им было тихо, и, может быть, какую-то радость мы им принесли. На вчерашний день рождения мы ей пошли на, мы повели ее на фламенко. И она была очень счастлива. Моя глубокая философия дает ответ – объятия, объятия. Thank you.